всем с верным благоговением, страхом Божиим входящий хоть, Господу помолимся. Сегодня вместе осмысляет каждый и каждый по отдельности свое бытие, свое место в этой жизни, и что каждый из нас вот, в память о тех событиях, которые произошли 80 лет назад, в память о победе, сегодня бы могли внести свой особый вклад в подобные события, которые переживали наши деды. Всекубанский, Кирилло-Мефодиевский, духовно-образовательное чтение. И тема выбрана у нас 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Результаты нашей Великой Победы, которая стояла перед нашим народом. К месту пожара выехали пожарные машины второй пожарной команды города Новороссийска. В 1961-м НПВО преобразуется в гражданскую оборону и становится составной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий. Современная гражданская оборона России готова к любым современным вызовам и угрозам. Мы являемся общественной организацией, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. И пусть вот эта вся полезная информация будет нам в помощь, чтобы мы действительно в нашем обществе, к такому многогранному, многоконфессиональному, и чтобы мы могли донести до людей, что без Бога не до порога, наши предки говорили. Спасибо организаторам, гостям, выступающим. Отдельное спасибо нашему модератору Вячеславу Юрьевичу. Огромное спасибо вам, слушателям. Без вас это бы все не имело бы смысла, а слово совсем.